Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Валерьяночка. Добро пожаловать в новую серию флешки. Я надеюсь, что в этой серии мы наконец-то ради всего святого выясним, чья же это дьявольская флешка! Твоя? Если это твоя, напиши, пожалуйста, в комментах. Потому что если ты не напишешь, твоя ли это флешка, то у тебя школа начнется не 3 сентября, а завтра! И если ты лайк тоже не поставишь, то школа тебе, знаешь, когда начнется? Вот прям вот завтра! Поэтому поставь лайкусик прямо сейчас, если не хочешь, чтобы школа началась завтра, а там когда-то в будущем, и чтобы она сгорела. Хрен его знает, возможно, вы школу не любите. Вы точно школу не любите, возможно. А сейчас это творение самого сатаны мы засунем в очень приятное место. В USB разъем. А что вы подумали, а? Подождите. В предыдущей серии этого не... Так, правда. Это было в предыдущей серии, когда человек сказал то, что он выяснил, какая у меня настоящая фамилия. Но это нифига не настоящая фамилия, я вам это уже доказал. Это мы можем даже удалить отсюда. Хотя, мне кажется, он сам потом удалит, но все же. Появились новые файлы. Этот ролик, который был в прошлой серии, его надо бы посмотреть, но учитывая, что здесь появилась куча всего нового, подожди, он пишет, сначала пройди это, быстро. Ты как со мной разговариваешь, Крендель? Эта карта, быстро установил. То есть он меня сначала заставляет пройти эту карту, а потом посмотреть этот ролик? Чувак, чья это флешка? Ты реально заигрался? Мало того, что ты шантажируешь, угрожаешь, ты просто заигрался. Я все знаю, архив называется. И здесь какая-то фоточка. Я все знаю, ахахахаха. Я понимаю, что тебе смешно, но мне уже давным-давно не смешно с самого начала этой рубрики. Давайте посмотрим. Ну да, как же без этого? Как же без этого? Как без пароля? Пароль... Ты придурок! Ты придурок! Да! Нет, не работает, не то. Ладно, давайте сначала установим эту дьявольскую карту и зайдем посмотрим, что же там на ней такое. Так. Ага, вот. Заходим. Юный ты мой тролль. Троллит меня каждую... И не только меня, вас он тоже троллит каждую серию. С самого начала этой рубрики он троллит каждый раз нас. Лук, стрелы. И одежда. Куча одежды, куча Гуччи линз. И здесь Гуччи линзы, и здесь Гуччи одежда, наверное. И здесь одежда... Чё? Подождите, я могу за... Чё за дичь? Это что за юные лил пампы? Давайте выясним, для чего мне лук и для чего мне стрела. Я могу их убить? Да, могу. Я их убиваю с одного выстрела. Но они респавнятся у меня так... Да, мне кажется, он уже зареспавнился. И там тоже дофига одежды, видите? Вот там тоже Гуччи линзы, там Гуччи одежда и много лил пампов. А здесь... Кнопочка! Я уверен, что в эту кнопочку я должен попасть как-то с этого вот лука. Только как мне туда попасть, чтобы не выбегать туда, как мне туда попасть? Опа! Опа! А, да, сомневаюсь я, конечно, что я так смогу... Не-не-не, так я точно не смогу попасть. Время пришло. Ставить все по местам. Раз, два, три. Ну чё ли... Нет, закройте дверь, закрой дверь, Да, свидос, пацаны. Тихо! Пока меня не... Чуть не подавился валерьянкой. Да выпустите меня, сволочи! Так! А, ядрёна мать! Окей, они меня, они... Так, хватит меня пихать по сторонам, дайте мне попасть в эту кнопку, как я должен...
это уже не троллинг, это даже не смешно, это ты меня насилуешь. Извиняюсь за такие слова, но этот человек реально меня просто насилует вот здесь. Хватит! Хватит, выпустите меня! Все, хватит, чувак, ну, успокойся! Да, собак, я выжил, я не знаю, как я выжил, у меня полсердечка было, но я как-то выжил. Лил Пампы сраные, уйдите! Дайте я попаду в эту кнопку. Ходят своих Гуччи, ходят, бродят, заколебали уже, а? Так, ребят, думаем план. Да уйдите матушку вашу! Да, Все. А как мне сюда вы... Как мне вы... Я вас ненавижу, чувак. Я ненавижу это Гуччи. Я вас ненавижу. Почему Гуччи? А что это вообще за карта из одежды? Почему карта состоит из одежды, а? Так. Что даст вот эта кнопка? На! Да как попасть? Я почти попал. Да. Да! Попал. Подождите. Кого? Какой подлец? Чего подлец? Да дайте мне выйти. Fuck you, bitches, сосите у Гуччи кирпичес. Подождите, пароль. Эд, подлец. Кто здесь еще подлец? Юный ты мой отморозок. Опа, какое обзывательство. Хорошо, пароль Эд, подлец. Замечательно, выходим просто из Майнкрафта. Ребят. Я знаю, нам нужно посмотреть этот ролик, я его обязательно посмотрю, честно вам говорю. Ну, просто, мне интересно, что здесь, в этой папке, в этом архиве. Давайте посмотрим, что здесь. Я еще раз скажу, подожди, если ты не видел предыдущую серию флешки, если ты не знаешь, насколько этот чупакабра малолетняя меня уже заколебала, то, что он следит за мной везде, где только можно, сейчас надо мной будет подсказочка, нажми на нее и обязательно посмотри. Опа! Нажимай, смотри предыдущую серию флешки, если тебе интересно, что же там происходило. А я захожу вот сюда, открываю отображать пароль при входе. Эд, подлец. Вы готовы? Да! Твою Ой, да, я сейчас могу взять, вот, все, я закрою, но типа, как знаете, сделаю вид, как будто вы этого и не видели. Если вы это уже видели, значит, зачем мне скрывать? Да, да. Ребят, я фоткался, я просто фоткался в зеркале. Ну, подожди, я живу сам. У меня хата двухкомнатная, я живу сам, я ее снимаю. У меня есть полное право ходить дома хоть голым и светить писундринчиком своим на всю квартиру. Извиняюсь за такие выражения, возможно, у меня сейчас на канале сидят слишком высокоинтеллектуальные и адекватные люди, которые не любят слышать у себя в наушниках слово писюн. Но извините, я могу ходить с писюном. Я знаю то, что я завелся, но извините, я могу ходить хоть голым, хоть не голым, хоть в шубе. Это моя хата, я здесь могу делать все, что хочу. С телефоном все нормально, Face ID. Откуда у него эта фотка? Да, она есть у меня на телефоне, так как я ее сделал совсем недавно, вчера. То есть он еще и телефон мой прослушивает, он может выгружать файлы из моей... Иди в сраку, заколеб... Он только что добавил новый файл на флешку. Текстовый документ, называется «Спалил». Как он это в реальном времени делает? Что он спалил? Кого он спалил? Я тебя спалил? Это твоя новая футболка из магазина. Мне кажется, кто-то немножко опоздал, потому что... Да ладно. Да... Не... Ты сейчас серьезно хочешь сказать то, что ты даже не знаешь, что у меня магазин одежды открылся, и ты не знаешь, что у меня новая футболка вышла? Я только что хотел сказать этому дебилу, который подкинул мне эту флешку, то, что он опоздал, что уже все знают про мой магаз, а... Да ладно. Подожди. Моя футболка, фирменная футболка, вот... Вот типа мой персонаж перец, и здесь написано Эдисон. Горячий перец весь горит.
Да ладно, ты хочешь сказать то, что даже не знал об этом... Да. Вы понимаете, насколько этот дебил опозорился в том плане, то, что я магазин открыл примерно 3-4 дня назад. Ну да, я уверен, то, что только 5-7-8% всех моих подписчиков знают о моем магазине и знают вообще о его существовании. И если ты не знал, то сейчас в описании ты можешь найти ссылочку на мой магазин, зайти просто посмотреть какую-то мою одежду. Я уже сказал многим то, что если у вас будет моя футболочка, вы будете меня отмечать на фоточках где-то или еще что-то, то я буду 100% вам ставить лайки на свою одежду. Тем более, ну вот просто вы будете выделяться, то, что ты член нашей семьи жгучих перцев! Дебил! Не ты дебил, и не я дебил, этот подписчик дебил, да ну нахрен. Так, он решил меня спалить, то... башка просто взрывается. Он хотел меня спалить, то, что у меня якобы магазин открылся. Но я уже всем сказал, то, что он открылся, я могу официально сейчас заявить. Да, у меня есть магазин одежды, можешь по ссылочке в описании. Но что находится в этом файле с видосом? Сейчас, дайте я сначала сам посмотрю, может там вообще что-то 18+, и потом вам покажу. Как? Да, блядь, это опять продолжается. Это опять продолжается, я уже думал, ты от меня отстал! Да скинь ты, нечистая сила, наконец-то уже!